Певица считает итоги финала шестого сезона шоу «Голос». «Дети справедливыми» Любовь Успенская поздравила десятилетнюю Микелу Абрамову и ее маму, певицу Алсу, с победой в финале шестого сезона шоу «Голос». Дети, но ее поклонники в свете последних событий неоднозначно оценили подобный жест. Больше по теме экспертов ФСБ привлекут к расследованию подтасовок на шоу «Голос». Дети Алсу и Микела, я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки! Совершенно случайно на гастролях, смотрела «Голос». Дети и видела твое выступление. Микела, ты талантливая будущая звездочка, когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь по ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе. Я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене, подписала Успенская совместное фото с Алсу. В большинстве своем фолловеры накинулись с критикой на звезду шансона, так как большинство из них считают выигрыш Микелы несправедливым, а саму девочку – бесталанной. За что кукушка хвалит петуха? Вранье! Обычный неплохой голос, разве можно сравнить с голосами остальных финалистов? Не лгите ни себе, ни людям, никто в этот бред не верит. Лицемерка Любонька, не злите еще больше людей, не ожидала от вас, возмущались пользователи в комментариях. Ранее по поводу разгоревшегося скандала высказались не только многие знаменитости, среди которых Максим Галкин, Иосиф Пригожин, Наташа Королева и другие, но и генеральный продюсер Первого канала. Константин Эрнст поручил проверить аномальную активность, возникшую во время голосования. Как уже писала «Экспресс-газета», к проверке подключили международную корпорацию «Групп IB», которая специализируется на кибербезопасности и является официальным партнером Интерпола. Специалисты компании участвовали в раскрытии многих киберпреступлений, в том числе при сотрудничестве с ФСБ и Следственным комитетом РФ.